Всем привет, мои дорогие друзья! Вы на канале Винчи Торе. Меня зовут Александр. Я вам сегодня расскажу про новый мод AutoDrive. В 19-й ферме его можно было установить, но только на ПК, на консолях его не было. А вот Farming Simulator 22, он появился. Как говорится, разработчики постарались. Также хотел порекомендовать новостной игровой сайт. Там вы узнаете первым новости об играх, обновлениях и много других интересных новостей. Ссылка будет закреплена в первом комментарии. Итак, поехали смотреть, как работает мод и как им пользоваться. Итак, друзья, загрузили мы наш прицеп пшеницей. Так, открываем карту. Да, перед этим давайте посмотрим, что почем, где самое больше мы можем заработать. Ага, вот Johnson Farmer Market есть у нас. Вот мы сейчас туда его и отправим. Открываем меню нашего помощника. Так, здесь мы ставим добавить и ищем. Так, где загрузочная станция? Нам надо. Где оно? О, вот. Вот. Ну вот сюда мы и отправляем его. Так, вроде бы как бы поехало. При этом мы видим в данный момент сейчас, что у нас работают два помощника. Вот, кстати, вот он. Мы вышли с карты. Поехал он очень через поле попер. Ну, без разницы. Нам главный результат. Он должен поехать, разгрузиться, заработать нам денежку и вернуться назад на то же место, откуда мы его отправили. Ну, как бы, по идее, по логике. Ну, давайте понаблюдаем, как он будет ехать. Что-то он уже тупит потихоньку, круги наворачивает. О, начинает разгоняться. Вот он, видно, на карте движется. Вот он пошел в движение идет. Куда-то он поехал. Вот наш один работает. И второй он едет. Так, что он тут поворачивает? Вот что-то он тут крутится. Вот я зашел в кабину, да, смотрю, заодно можно посмотреть кабину. Ну, ровненько вроде бы едет. Походу соблюдает правила дорожного движения. Давайте посмотрим, что у нас тут. Какая кабина у нас в тракторе. Наш прицеп полузагруженный. Нет, если честно, самому интересно, как он это сейчас съездит туда и назад. Что-то вот он... А, вот перед поворотиком, перед каждым поворотом он что-то это... Тупить немножко начинает, глючить его. Как-то так. Где-то что-то не доработали. Думал, сейчас врежется. Где-то что-то разработчики немножечко не доработали. Ну а так в целом покамись, все good. Так, здесь он. А, все, я понял, друзья, я понял.
На каждом, видите, на каждом, перед каждым перекрестком, сейчас посмотрим, давайте. Он притормозит или нет? Или... Да, вот он сбрасывает скорость перед каждым перекрестком, что-то начинает думать, крутиться. И опять набирает скорость. Так, ну, пока все идет хорошо. За нами дополнительная машина едет какая-то. Ага, вот он поворачивает, как он. Куда-то съезжает он. Углы он не режет. Едет он, в принципе, замечательно идет. Вот опять перекресток. Сейчас давайте посмотрим, как он начнет здесь себя вести. Да, ведет он здесь себя тоже так же самое замечательно. Так, походу мы подъезжаем. Подъезжаем, и он же, по идее, должен сам и разгрузить. А ну давайте посмотрим, как он это сделает. Что-то он такой крутит руляки. Руляку крутит. Так, а ну-ка давайте сейчас посмотрим сверху. Как он это все будет делать. Эй, друг, ты куда поехал? Уже ж можно разгружать. Что-то не... А, во-во-во, пошло. Разгружает, дружище. Ага, все, разгрузил. Вон денежки, кстати, нам упали на карманчик. Так, друзья, поехал он. Поехал, и куда он поехал? Интересно, куда же он попёр? Ага. То есть, да, все так и есть, друзья, так и есть. Возвращается он, наверное, да. Вот он возвращается домой, если по карте посмотреть, вот он у нас возвращается. И, в принципе, по тому же самому маршруту. И быстро он, кстати, вот мы понаблюдали, да, и он очень быстро туда и возвращается назад. Да, друзья, очень и очень хороший помощник, просто замечательный. Так что вот так вот. Вот наш тут второй работяга работает. Так что незаменимая вещь в этой игре. Просто. Просто супер. Вот он возвращается. Просто супер. Анимод. Молодцы разработчики, еще раз скажу это. Пока мы занимаемся своими делами, они за нас ездят и всю выполняют работу. И это очень большой плюс в игре. Очень и очень большой плюс. Итак, подведем итоги. Все работает. Да, иногда есть глюки. Вы их сами видели. Но в общем все окей. Как говорится, спасибо разработчикам за этот мод. Он реально очень хороший помощник фермеру. Если это видео было вам полезным, поставьте лайк. А если вы впервые на канале, подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео. И пока-пока. Увидимся в следующем видео.